А вы слышали, что его всегда поджигают? Ну, я просто недавно был в Дублине. Если вы так хорошо разбираетесь в кофе, может, вам профессию сменить? Это к Академии барменов хочет хамить. Переделай. Он еще и в жизни урод. Таких надо наказывать. Слушай, Рома, давай его по твоей методе. Костян меня сегодня чуть не уволил. Ты же магистр. Ну ладно, пойду капусту пожарю. Потому что, извини меня, я вел себя как козел. Я действительно посмотрел в интернете, кофе по-ирландски можно и не поджигать. Без обид. Да ничего. Степке куртка нужна. Ты чего? Руки затекли. Слушай, что-то у меня живот крутит. Может, что-то выпить? Так ты уволен. За что, Анастасия Степановна, я же... Я сказала, уволен. Одежду можешь оставить себе. А лучше сожги.